Здравствуйте, привет из Санкт-Петербурга. Вот похожу, наши тополя огромные. Вот на этом углу был уже спилен огромный тополь. Все они теперь дышат. Сейчас покажем. Тут был тополь огромный. Как вот то. Вот они уже пилили. Ну, это уже занимаются эти местные власти этого района. Они такие поля. Люди, которые живут рядышком, это не нужно. Не хотят жить с комарами. И фундамент был потоплен. Такой был великан тополь спилен. Вот такая вот история с тополями происходит. Всего хорошего, до свидания.